Контакты скажете свои? Дмитрий Анатольевич, контакт. Мичуринский чай, пожалуйста. Ну, контакты свои можете оставить? 8-910-907-53-66. Мне к вам оставать. Ну, нет, ну, все-таки, что такое? 66, все. Да, 53-66, да. Ну, у меня тоже нет. Хорошая наука. Еще вопрос такой. Орловский турман и мичуринская чайка белая. Чем они отличаются? Породами разные. Ну, породами, а на внешний вид чем отличаются? Ну, голова и нос должны. Что значит, чем отличаются, да? То есть расцветка отличается. Да, расцвет. Есть белая она. Какой расцветка? Белый турман. Белая. Ну, турман есть турман, а чайка есть чайка. Чайка вот турман, меньше, она чайка. Ну, вот мне это интересно. Да. Я-то не разбираюсь. Мне... Самому интересно, они похожи. Да, они не похожи. Они не похожи. Если белая чайка, да, то у нее тут, правда, пародия, но все-таки банта, если чайка. Ага. Да? Чайки бантастые. Да, чайка бантастая. Чайка... Более мелкая. Да, то есть немножко другая голова. Ясно. Немножко другая голова, это какая? Более нежный чайка. Я. Чаечная, да, то есть более нежная. Все понятно. Орловский все-таки штурман более массивный. Понятно, спасибо. Да, это, ну, андижанцы вообще редко бывают на ярмарке. По 1000 ты их взял, да? По 1000 взял их, да? Да, по 1000. Ну, у меня пара есть вот белых, я никак не могу детей от них взять.
Красавчик. Ну, подними, пожалуйста, эту вещь. Во. А, ну да, чины. Все. Спасибо. Сейчас пойдем. Директор, пусть отдохнет, а мы пойдем перехватим. Мне тоже не сильно. Да, за 200 рублей. Ну, ты меня не обижал. Ну, что, за... Оль, я спину. Ну, у меня особо желание. Я понял, долго. Спасибо. Здравствуйте. Много на продажу? Ничего не продал. А вообще на продажу много голубей? Да. Все, больше нет, да? А то могли бы контакты свои оставить. Кто-нибудь увидел? В интернете понравилось бы. А? Сейчас не выпускаете голубей? Нет. И куда их выпускать-то? Да. Едят очень быстро. Очень быстро, согласен. Thank you.
И плюс какой у тебя синий? По 300 рублей. По 300? Да. Голубчик есть? Да здесь не воды, наверное. Сейчас взяли уже голубчик. Редко увидишь здесь. А? Редко увидишь здесь. Это да. За съемки 500 рублей. Да? Да. $500 это вы мне, что ли? А если ты сделаешь рекламу, то тебе. Телефон, если дадите, реклама будет. Я тебе узнавал.